Мої вітання, шановні глядачі! Запрошую вас на мотокрос. Біля селища Золочі в Харківській області на мототрасі відбулись змагання другого етапу чемпіонату Харківської області з мотокросу. Ми покажемо вам яскраві моменти і головні перипетії цих змагань. Разом зі мною будуть коментувати організатори цього чемпіонату, відповідальний секретар Харківської обласної федерації мотоциклетного спорту Олександр Шабалін і відомий гонщик, президент спортивно-технічного клубу «Слобожанщина» Микола Ситніков і я, Микола Нестеренко. Що ж, ми зараз бачимо, йде підготовка до заїздів, і в мене питання до Олександра. Розкажіть взагалі про чемпіонат, як відбувається в цьому році. Я знаю, що на цій трасі ці змагання проходили вже втретє. Да, втретій раз проходили соревнования на даній трасі. Спасибо всім тим людям, які нам допомогли в проведенні цих соревнований. Соревнования пройшли під патронатом Харківської обласної організації глави Іранина Ігоря, депутата Харківського обласного совету Коваленка Віктора і глави Золочівської районної госадміністрації Гуріна Ігоря Ніколаєвича. А ми зараз бачимо, що Микола Ситніков готується до тренувальних заїздів. Розкажіть, Микола, що головне підготувати до старту? Ну, головне, щоб мотоцикл був підготовлений до соревнованням, до цього, до соревновань. І морально, фізично і технічно, щоб була підготовка. Головне в таку жару бути підготовленим трасі. Траса була дуже хороша, підготовка і на вищому рівні була. Люди постарались. Да, люди постарались, і вийшло у нас не чемпіонат області, а вийшло чуть ли не чемпіонат України. Да, тому що представники регіонів були із Києва, з Запорожжя, з Дніпропетровська, з Луганської області, зі Слов'янська. Тобто чемпіонат пройшов от іменно як чемпіонат України. України, да. Ну, чемпіонат області є зі статусом відкритого чемпіонату. Да, тому всі желающие именно приехали, поучаствовали. Сейчас вот мы видим, проходят тренировки на стадии, то есть перед каждым открытием соревнования всегда проходят тренировочные заезды. Что дает тренувальный заезд? Гонщики дізнаються про свою трасу? Спортсмену ознакомление с трассой – это обязательно. Посмотреть, трасса скользкая, не скользкая, где вытормаживаться, какие были добавлены, там почистили, где лучше ехать, как выбирать себе тропинку, по которой ты будешь ехать, где накатано, где… Да, Мария Хлыстюк едет. Да. Тобто, чи по внутрішньому радіусу, чи зовнішньому? Да, то по зовнішньому, то по внутрішньому. Как? Я знаю, що в цьому році ви кожного року міняєте трохи трасу, додаєте трохи якісь… Не, ну, хочеться, я ж говорю, да, благодарність тим людям, які за короткий срок. Трасу расширили, трасса более скоростная. Ну, немножко, конечно, я думаю, что Александр с людьми доработает. Сделаем трамплины, положим немного, там из трамплинов сделали немножко правильно, скажем так, это. И вот поехала тренироваться Шевцов. Ну, Богу давало 7 дней, она всего 3 дня. Поэтому сколько смогли, все, во всяком случае, остались довольны. И самое главное, не было травм. И это самый главный показатель наших соревнований, потому что действительно гонка прошла на высочайшем уровне. Ну, мы про це ще ми побачимо. Розкажіть, якщо, наприклад, в тренувальному заїзді виникли якісь проблеми технічні з мотоциклом, чи гонщики, техніки встигають відремонтувати мотоцикл? Ну, між кожними класами виходить майже більше часу времени перерыв, то есть гонщик ездит по классам. Надо сказать, что участвовала в данном случае класс 50, это дети до 9 лет, с 9 до 12 класс 65, с 12 до 14 класс 85, также класс был женщины, класс ЧЗ и класс ИШ были отдельно, и спасибо спонсорам, наградили отдельно эти все классы. Потом был класс… Экипаж мы зараз бачимо. Да, это экипаж. Экипаж тоже, кстати, в двух классах представлялся. То есть с воздушным охлаждением и с жидкостным охлаждением. Ну, СТК «Слобожанщина» имеет такую возможность брать, как вы задали вопрос, запасные мотоциклы. Угу. То есть у нас есть запасные мотоциклы. Единственное, что
Жалко, что травмировался наш малыш в классе 50 кубов Журбенко Егор в пятницу на тренировке. И у нас не было для команды класса 50. Взагалі-то про представництво. Які міста, які технічні клуби були представлені? Ну, я ж говорю, регіон дуже був великий, тобто, як це сказати, обширна представлена, да, біографія України іменно вот этот, потому что представители были и Днепра, повторюсь, и Киева, и всех остальных. Я буду... Харкова, Краснограда, Балки, обязательно. Равны, нет, Западная Украина была. Это то, что приезжали гости. А естественно, представляют, вы правильно сказали, Валки, Красноград, Золочев, Лозовая, непосредственно Харьков, Балаклея будет, но у нас тоже будет этап в конце, самый последний. То есть все представители, как говорится, областей были. И сейчас я буду рассказывать по классам, кто каким приехал, и буду называть, откуда, ну, был представник, то есть откуда люди приезжали. Ну, можна сказати, що тренувальні заїзди розпочались десь о 10-й годині ранку, і вже ми бачимо відкриття, воно було о 12-й. 12. Що тут було, розкажіть. Ну, ми бачимо людей, які допомагали організації цих змагань. Це ті люди, які всі, які... Помогли нам хорошо провести ці соревнования. Ми бачимо і глядачів, і спортсменів, які зібрались на відкриття. Кожного разу ці змагання викликають великий ажіотаж серед жителів Золочівського району. Багато глядачів, ми бачимо і юні спортсмени, і керівництво, і району, і селища Золочів. Да, і найголовніше, що треба сказати, несмотря на те, що 6 числа пройшов День міста, люди гуляли, так сказати, цілу ніч, тим не менше людей достатньо зібралося. Виспалися і прийшли на другий день на змагання. Тобто праздник продовжився. По такій жарі, як була жара 40 градусів, люди зібралися і прийшли. Хорошо, що озеро було рядом. І как бы, ну, траса взагалі в живописному місці знаходиться, і всі кажуть, вот единственный удачный такой вот момент, который вот получился у вас, это есть мототрасса. Почему? Потому что, как правило, ну, участок земли, который находится в Харьковской области, он или же где-то на свалке, или же возле кладбища, это, а тут, говорит, у вас просто живописное место. Прекрасное место. А далее у нас есть возможность показати вам добірку інтерв'ю з організаторами та людям, які допомагали. Тільки набирає силу і ефект від наличия цього турніру в Золочівському районі, я сподіваюся, ми побачимо буквально через кілька років. Це я говорю про те, що розвиття цього спорту в Золочі в цілому, тому що на даний момент не так багато спортсменів в Золочівському районі приймає участь тут. Ну, потенціальна заінтересованість жителів району є в мотоспорті. Традиційно ми привезли этот турнир к Дню города. Вчера был День Золочева, освобождения, он же и День города. Были мероприятия, посвященные этому. А сегодня мы второй этап этого мероприятия. Это турнир традиционный, уже третий год проводим подряд. Жители района любят это мероприятие? Да, особенно пиковый был прошлый год, но очевидно температура воздуха все-таки играет роль. Прошлый год мы насчитали несколько тысяч. Ну, я думаю, что, как правило, население собирается чуть попозже, под вечер, когда начинаются самые основные заезды, финальные заезды. И я думаю, вы станете свидетелями присутствия тут, ну, достаточного количества народа. В прошлом году губернатор взял под патронат данный турнир. Мы принимали участие в том числе в финансовой части, в организационной части. Прежде всего, самая большая работа – это организационная. Вопросы, которые касаются приезда гостей, расселения, питания, сувениров и так далее. Потому что люди должны получить удовлетворение не только от спортивных соревнований, потому что они все победители. Для нас очень важно, тем более для Золочевского района. А с другой стороны, это то, чтобы они комфортно чувствовали здесь, в Золочевском районе, на нашей земле. Это очень важно. Поэтому мы обсудили данный вопрос, выделили определенные средства. И сегодняшнее вот мероприятие для нас очень является приятным тем, что
что жители Зодчевского района имеют возможность иметь свой турнир по мотокроссу. Не так много таких турниров в Зодчевском районе. А вот с каждым годом этот турнир набирает оборот. И география этого участников расширяется, с одной стороны. С другой стороны, вот вы видите трассу, ее улучшили, отремонтировали, сделали более комфортной для спортсменов, для участников. И мы надеемся на то, что уже последующие турниры уже будут международные. Мы в этом году сделали запрос польской стороне. К сожалению, поляки на год планируют свои соревнования, но уже сегодня мы направили такие предложения через Генеральное консульство Польши в городе Харькове и надеемся, что он будет международным. Уникальность в том, что этот турнир находится за пределами селища. Уникальность тем, что здесь хорошая, удобная география расположения самой трассы. Рядом водоем, здесь организовали пункты питания, шашлыки, минеральная вода, кто хочет пиво, пожалуйста. И удобно тем, что Зодчевский район, здесь организованы автобусы, чтобы они подъезжали, могли отдохнуть. И вы увидите, буквально сейчас наши жители Зодчевского района в тени находятся, вот они в деревьях, но под деревьями. Но как начнется вот гонка, сразу все выйдут и начнется праздник. Сегодня другий день святкування нашего дня селища. Вчора ми провели прекрасне свято, і сьогодні воно продовження. Я рада з того, що воно вливається в спортивне свято. І рада з того, що дуже багато молоді, маленьких діточок, які поприїжджали своїми династіями, з батьками, і будуть в наступному, мабуть, чемпіонами. Ми дуже раді сьогодні їх вітаємо. І я думаю, що це вже третій раз, це стане доброю традицією у нас на Золочівській землі. І ми з цього радіємо. Жителі Золочева полюбляють мотокрос, на вашу думку? Я думаю, так. Я думаю, так, тому що ви можете подивитися на трибуни, скільки з'їхалося людей, був організований під'їзд до цього свята. І це добре, коли люди прилучаються до спорту, а саме до мотокросу. За кого ви будете сьогодні вболівати? За самого найменшого, щоб став чемпіоном в майбутньому. І ваші побажання спортсменам? Я всім хочу побажати. Ну, по-перше, пройти без травм це все, щоб це все було дуже акуратно, технічно правильно. І побажати всім перемоги. Хай виграє найсильніший. Значення має турнір все-таки для молоді, для підростаючого покоління. Для того, щоб люди розуміли, що спорт – це, прежде всего, це спорт здоров'я. І ми для Золочева гордимося тим, що у нас проходять такі турніри. Золочська земля завжди була дружелюбна, святая і гостеприємна. Знаєте, завжди говорять, що гості від Бога. Лучше Золочської землі, я вам скажу, нет нигде. І ми всіх просимо, приїжджайте, будьте нашими гостями. Соревнования розростут, будуть сильніше, лучше і, ну я знаю, качественне, мабуть. Так, дійсно приємно, що місцева обласна влада допомагають в організації таких змагань. І що ж, у нас розпочались перші заїзди, ми не встигли показати вам старт. Це заїзд 50 кубічних сантиметрів. Так, класи кубічних 50 сантиметрів. І під номером 7 виступала Гуменюк Ліза Лозова. Вона боролась за перше місце, вона і була б перша, але чуть-чуть упала во втором заїзді. Ну, це потім, так. Мы расскажем. Детальнейше мы в другом заезде под номер 11 Зинченко Эдуард, Техноспорт Красноград выступал. Номер 1 Ковтенко Максим. Под номером 3 Ситан Данил. И 4 Тередяченко Никита. Это Харьков MX School. Школа. А зараз ми бачимо вже підготовку до другого заезда. Это класс 65. Это первый заезд класса 60. 5 кубических сантиметров, да. И под номером 77 Шитковский Игорь, МК «Шахтер», выступал. Под номером 124 Татарчук Михаил, Днепр, выступал. Под номером 98 Ковтун Григорий, Днепр. Под номером 1 Ступак, под номером 8 Ступак Станислав, Харьков, MX School, школа для детей и взрослых по мотокроссу. Под номером 70 Лишенко Тимур, Славянск, и его брат Лишенко Артур под номером 11 тоже выступал, это Славянск.
Приблизно по скільки років цим мотогонщикам? Вони ж зовсім вот в даному випадку це мотоциклісти до 12 років. Вот большая школа у Славянска вот, развивается очень сильно и на Украине. Постоянно выделяются, видно, спонсоры хорошие есть. Постоянно Славянск ездит, выезжает, три спортсмена везут с собой. И в лидерах на Украине, на чемпионате Украины постоянно. И приехали в Злочи сюда на чемпионат области показать свои результаты. То есть не пропускают люди ни одного соревнования, буквально так сказать. Если это Западная Украина, то Западная Украина едет. И папа тоже выступает. Да, и папа тоже выступает. Мы 8-10 был у нас мотопикник в Золочеве проходил. И папа приезжал тоже выступать в классе эндуро. Гонки своеобразные, тоже интересные были. Тоже люди собирались. Неплохой такой прошел праздник. Вот. Ну а сейчас мы видим заезд. Именно вот борьба тех мальчишек, которые... Ну, вот, реально, кажется, что мотоцикл такой вот маленький, но на самом деле в таком мотоцикле до 20 и свыше лошадиных сил, вот мы видим уже финиш у них, и на старт выезжает класс 85, и мы их совместили с женщинами. Он был не многолюден, но тем не менее, под номером 641 выступал Неруш Семен, а надо сказать, что он призер чемпионата Европы. Это достаточно определенно большая честь для нашего, так сказать, соревнования, что он приехал. Вот он сразу пошел в отрыв. Под номером 11 выступал Дубовой Сергей. Это со Старобельска приехал. Ну и наши девчонки. Хлыстюк Мария, это Харьков, школа МХСКУЛ. И Пескунова Валерия. Это Техноспорт, город Красноград. Своеобразный. Ну, гонка как бы вот кажется, малочисленный заезд, но тем не менее, я же говорю, первый номер второму, то есть привез целый круг, потому что... Хорошо посмотреть... Тобто интриги особливо не было в этом заезде. Интрига, тут была красота и красота, мастерство. То есть мастерство, мальчишка посмотреть... ездит на чемпионатах Европы, да, то есть на чемпионатах мира участвовал. И это показатель того, что как он едет. А чим можна пояснити, чому так мало учасників було саме в цьому класі 80 кубічних сантиметрів? Я розумію, що жінок наверное, не так багато жінок займається. Положення в нашому государстві. Да. Тому що дітей треба воспитувати. От ми бачимо, що з кожним годом у нас, тим не менше... Техніка їзди, посмотрите, яка... Ні, я хочу сказати за те, що от вопрос Николай задав по поводу того, що чого мало. Тому що це той період, коли немножко було затишки в мотокросі. От ми діти, мы сейчас видим, что следующие годы, вот те, которые 50-65, они бачим, придут 85. А до этого не было, потому что мотоцикл и мотокросс – это очень дорогостоящий вид спорта. На минуточку, мотоциклы стоят большую кучу денег, и не каждый себе может позволить купить. И форма, и опять-таки надо же поездить по регионам, вот даже поехать на какие-либо соревнования. И это все за свои кошти, на жаль, держава не допомагает. Мы после змагань с Марией Хлистюк спілкувались, вона також казала, що це все за власні кошти. Тільки за це. Ну, спасибо і тим родителям, які допомагають і вкладають своїх дітей, тому що це наше будущее, це здорова нація, це ті люди, які, ну, вже увлечені чим-то. У них є стремлення, у них є, так сказати, будущее це. Неважно, пусть любой вид спорта будет заниматься ребенок, но он должен заниматься, он должен отойти от улицы, как говорится, от всего остального. И, кстати, я надеюсь, что мы все-таки в этом году соберем команду в Золочеве, мы откроем свой, так сказать, клуб, который позволит нам тоже воспитывать детей. Ну и уже на следующем этапе, я думаю, мы представим команду непосредственно от золота. Будем на это сподіватися. Далее у нас заезд об'єднаного класу ЧЗ-ІШ. И у нас есть эксклюзивное видео, его надіслав нам Дмитро Панченко. Мы можем побачити, можно сказать, очима, как от Дмитра, как это відбувалось. Так. Да, то есть комп'ютерні ігри. Розумієте, які емоції, яка пилюка стоїть на трасі. Ну, треба сказати, що Николай Ситников боровся
цирем собой. Да, это... Микола, расскажите, как это, проходили для вас заезды? Для нас... Тяжело, я скажу за него, потому что он обманет. Он травмировался буквально на соревнованиях. Нет, не на первом, а это Карловка, Полтавская область. И поэтому ему тяжело было. Но, тем не менее, молодец, он боролся за первое место. Ну, уже просто, наверное, так сдал немножко, отдал это место, говоря, потому что, наверное, все-таки устал физически и принес, так сказать. Игорь Суват також не слабый конкурент? Нет, он чемпион Украины, он в своем классе 350 в свое время был лучшим. В одном клубе со мной занимался в трудовых резервах, мы одноклубники вместе. За Игорем интересно смотреть, когда он был обогнал, ехал первым. Мне просто было смотреть, как проходит повороты, то есть более накатанный, более больше ездит на соревнования и как бы такое это. У вот, него возможность есть возможности больше немножко больше. Зараз вот, мы бачимо цікаві кадри. Я вважаю, що глядачі можуть зрозуміти екстрим, який адреналін виділяється у спортсменів під час заїзду, так? Вот Дима догоняет четвертого номера, это Юра Котельников. Который вот, третьим стал. Да, третьим стал. Пытается это. Кстати, вот в эту всю интригу вмешался класс ИШ, вот пока мы с его обогнали. Вот Александр Шевцов проехал, Юрий Котельников проехал, Володя Тищенко. Вот прилег немного. Ну ничего, он поднялся. Из-за чего бывают падения? Это из-за того, что багато пилюки? И физическое утомление, и трасса, то есть, может быть сложно. Ну и потом надо сказать, что на улице было 35, наверное, в тени в этот день, потому что очень жаркий был день. Мы пытались перед заездами заливать трассу, чтобы... Ну мы это как-то... еще побачим. А чи важко от, после падения сразу розпочати? Тяжело, потому что... Сбивается дыхание, дыхание сбивается. И психологически сбивается. Да, это... Подняться тяжело, и восстановить дыхание, и физическую форму поднять, ну, тяжковато немножко. Пока человек едет, он едет вот это, и он в определенном темпе едет. И потом, конечно, этот сбой очень сильно влияет на то, чтобы человек опять-таки поднялся, поехал. Там вот в классе будет видно, я не знаю, у вас этот Ефремян Руслан упал, хотя ехал, боролся за призовые, так сказать, места, но тем не менее... Постигла неудачу, он подскользнулся. Грунт, надо сказать, это глина. И глина очень скользкая. То есть, если бы вот пройти там, оператор бы прошел после соревнования, там, где она выглажена, там как асфальт закатана. То есть отпечатки покрышек, они как будто асфальтом выложены, потому что каждый пытается ехать, нарастить скорость и так дальше. А вся пыль уходит в сторону. И вот по этой пыли, когда тоже человек въезжает, то есть, ну ничего не видно. Ми вже сказали, що погодні умови були дуже складними, 35 градусів спека неймовірна. Як гонщикам в екіпіровці, як вони витримують таку спеку? Ну, вони спортсмени, так скажемо. Більше нічим це определити. А ось як, якраз ми бачимо, як перед початком заїздів Open-класу да, зробили небольшой технічний залив. Перерив, люди змогли пойти... поесть бесплатную кашу, которую предоставили им всем, тоже было одно из этих мероприятий, которые сделали людям. Не только зрелище, отдых, дать возможность людям встретиться, потому что кто-то кумовья, кто-то как-то. А вот именно возможность этих соревнований и есть, как говорится, повод всем встретиться. Чи надовго вистачає такого поливу? Нет, минут на 20, не более. Но хотя бы начало начинается старта, люди хотя бы и растягиваются, проще судейству, потому что Ольга Смирнова, допустим, в Днепропетровска, судья национальной категории, приезжала, мне помогала. Ну, тяжело. Для когось вот мы бачим летний душ. Ну, это уже зрители специально просили. Это шоу. Итак, мы видим класс Open. Это... Можно сказать, один из престижных заездов. Да, один из мощных. И под номером 5 ехал Гук Сергей. Это представник с Донецкой области Яковенко Александр, Харьков
Чичкан Сергей, Харьков МХ Скул, Чаплыгин Руслан, Харьков МХ Скул, Пелецкий Денис, Красноград Техспорт, но он сам с Полтавы, он выступает за их команду. Семенихин Вадим, Вадим Техноспорт, Красноград, Зубенко Евгений, Техноспорт, Красноград. Крещенко Андрей, Запорожье. Анисимов Александр, Харьков, MX School. Мирошниченко Денис, это тоже представитель Харьков, Бессон Рейсинг представляет команду. И Оскольский Сергей, Харьков, под номером 83 выступал. Тобто багато учасників в цьому класі. В чому його особливість? Оскольский Сергей выступает по ветеранам во второй группе. Это как бы Игорь Сова выехал в классе ЧЗ, но это он потом нам расскажет. Но мы в области не проводим ветеранов, потому что у нас все-таки область является отборочным чемпионатом для того, чтобы потом сделать команду, которая будет выступать на Украине именно за Харьков. А участников достаточно много, потому что недавняя гонка, которая в Краматорске, да, прошла, Краматорске, да. В Украине чемпионат был, ну там вообще 10 человек не набралось, потому что тоже жара и погодные условия, ну и добираться люди как-то вот не стали. Дура стала ездить, как бы тяжелый год. Ну, пытаются все, вот у нас 4 спортсмена не выступало, то есть был бы численный еще класс, не смогли приехать, люди были на работе, двое человек было. Нет, ну, все равно, гонка в основном у нас очень многочисленная была, я же говорю, представляла кучу регионов. По классу ЧЗ, как бы у нас многочисленные соревнования даже не сравнится с чемпионатом Украины, я так понимаю. І для любителів мотокросу, для тих, хто полюбляє дивитися, але не розуміє технічні аспекти, клас Open – це будь-які мотоцикли чи ні? Це клас до 450 кубічних сантиметрів, так. Тут участвують всі найбільші мотоцикли. Чому він Open називається? Тому що чоловік, який, допустимо, їздить достатньо сильно, он может и на мотоцикле класса 125 или 250 тут тоже участвовать. Для него это будет составлять больше интерес. И вот мы видим старт уже класса MX2. То есть это мотоциклы с объемом двигателя до 250 кубических сантиметров двухтактный. Или же четырехтактный 250. Тут тоже допускается. Там есть понятие в мощностном, так сказать, режиме. То есть когда ребята ездят. И склад участников. И склад участников. 76 номер. Это Базаджиев Сергей, Харьков. Номер 17. Ефремян Руслан, СТК Слобожанщина, город Харьков. Король Александр, СТК Слобожанщина, город Харьков. Под номером 195 выступал. Под номером 13 выступал Яковчук Александр, город Харьков, MX School. Под номером 811 Краснорусский Данил, СТК Лозовая. Под номером 50 Пескунов Александр, Техноспорт, Красноград. Под номером 11 Морозов Сергей, Славянск, выступал. Под номером 511 Самойлов Сергей, MX School, Харьков, выступал. И под номером 3 Бессонов Андрей выступал. То есть он, и потом мы уже скажем позже, стал одним из победителей. Ну, про лидеров мы еще поговорим в другом заезде этого класса. Расскажите, это мы видим второй этап, а первый этап, когда и где проходит? Первый этап проходил в апреле в Наталино, это Красноградский район. Тоже это своеобразная мототрассой, ну и все те же самые классы, и практически и участники, ну, выступали, которые здесь выступают, они борются и там, потому что по концу года мы обязательно наградим призеров и чемпионов по каждому классу, плюс команду выведем, и команда получит переходящий кубок. Три раза, как говорится, три раза подряд получит в году кубок, значит, он остается у той команды, которая была. Это было решение наше, так сказать, сборы, когда мы собирались.
Хочется рассказать про Александра Королева. Королева, он выступает за СТК «Слобожанщина». Старый спортсмен, очень мастер спорта, еще из СССРовских времен, очень сильный спортсмен, гонщик, сила воли очень большая. Ну и хорошо, что такие люди не уходят из спорта, а остаются, дальше продолжают и передают свой досвид молодым гонщикам. Да. И вот сейчас заканчивается заезд класса MX2, и мы уже видим на старте один из самых интересных классов. Это и популярный класс, серед глядачів. Да, все люди обязательно ждут, потому что очень класс интересный, потому что и спортсмены, которые ездят некоторые на чемпионаты мира, они у нас участвуют. Это вот экипаж под номером 77 Горбатенко Петр и Василяк и Роман. Это представители Киева. Они и стали чемпионами. Но какая идет борьба. Кто еще был из участников? Ну, под номером 375 Гасанов, Ромеш и Упадышев Роман, это Терновка, представляли экипаж. Тутов Александр и Бородкин Артем, это тоже с Терновки экипаж. Под номером 73 Шафер Валерий и Шафер Вадим. Экипаж с Валок представляли, они были и вторыми, и молодцы, боролись очень интересно. Под номером 3 Немилостивый Юрий и Сучков Александр, это Красноград. Калюжный Сергей и Копка Олег, это Кременчуг, выступали под номером 37. Кисиль Александр и Кисиль Александр, это с Днепра выступал экипаж. Мази Александр и Красовский Сергей под номером 19, это Техноспорт, тоже с Краснограда. Ну и, как я сказал, Горбатенко Петр, Василяк и Роман, это с Киева, номер 77. Розкажіть нашим глядачам, яка задача, яке завдання у другого учасника екіпажу стоїть? Ну, нет такой задачи, он есть водитель. Я всегда говорил, и я буду повторяться, наверное, что есть такая формула, как 3 плюс 2 равняется 1. То есть 3 колеса, 2 человека, но это должно работать воедино. Единый экипаж. Единый экипаж. То есть нету такого, что там кто-то говорит, да, это балансир, который там помогает там поворачивать или там в поворотах. Нет, это человек, который является, можно сказать, вторым водителем, и которого очень все много зависит. Я вот буквально за неделю получил травму, поэтому не стал участником этого заезда. Петя Горбатенко. Как официально называется? Петя Горбатенко, кстати, тоже в Карловке сильно упал. И тоже после второй травмы. Пилот, и не более никак. Другий пилот. И что ж, мы повертаемся в другий 50. Заезд. 50 кубических сантиметров, это второй заезд уже будет. И тут развернется борьба между Лизой Гоменюк, это с Лозовой. Жалко, что она там была, упала, потому что девочке 10 лет, некоторые... Был шанс выиграть, так? Был, обязательно был, она и была второй. И родители некоторых возмущают за то, что вот она уже должна как бы в следующем классе ездить. Я говорю, ну подождите, ей 10 лет исполнилось только в этом году, девчонке. Она еще занимается тэквондо, по-моему, да? Да, тэквондо, то есть да. Она тоже, ну, девочка... Себично развинута. Ну да. И очень такая боец девчонка, вот. Поэтому она боролась с Титан Данилом, это все равно в Сумская область. Ну ничего, ей приобрели уже мотоцикл другой, она уже обучает другую технику, она уже ездит в классе на передачном классе 65 тренируется. Да, мы ее уже буквально увидим в самое ближайшее время. В ближайшее время уже в классе 65 мы увидим ее. Ну, скажем спасибо. Ну и напомним, что Лиза Гуменюк едет под номером 7, под номером 11 ездит Зинчика Эдуард, это Красноград, под номером 1 Кахтенко Максим, Красноград, под номером 3 Ситан Данил, это Равны, и Тередяченко Никита, под номером 4, это МХСКУ Харьков. Хорошо, хорошо, да, хорошо, что столько много молодежи развивается. Вот, но это наша последовательность. Да, наша последовательность, да. То есть, когда выступают дети, жалко, вот, что, я еще раз повторяюсь, не было
Журбенко и Егора, который в пятницу упал на трассе и представлял СК «Слобожанщина». Будем сподеваться, что мы побачим на следующем этапе. Да, следующий этап, это уже 4 сентября, будет проходить в Валках. И мы опять сможем встретиться все и опять показать уже совсем другую трассу, совсем другие эти. Совсем другие скоростя, будет другая трасса, более-менее большие трамплины и высокое качество спортсменам. В цьому юному віці, що головне потрібно вже знати мотокросі, що вміти? Они все умеют. Люди садятся с 4-5 лет, и они просто уже умнички. Тобто з віком просто майстерність покращується і швидкість. Да, ты... Эти ребята умеют разбираться в технике, а это самое важное. Ну и я забегу наперед сейчас, стал класс 65, уже старт дал. А я расскажу, кто все-таки стал первым в классе 50 кубических сантиметров. Первое место занял Ситан Данил по сумме двух заездов. Это равны второе. Была в меню Клиза, это Лозовая. Она выступала под номером 7. И третьим Кахтенко Максим, это Красноград. И сейчас мы видим с вами класс 65. Я еще раз напомню, кто под каким ехал. Под номером 77 Шитковский Игорь. Это МК, ну то есть спортивный клуб «Шахтер». Под номером 124 Тетерчук Михаил. Это Днепр представлял. Под номером 98 Ковтун Григорий Днепр. Под номером 8 Ступак Станислав Харьков МХ Скул. Под номером 70 Ляшенко Тимур Славянск. И под номером 1 Ляшенко Артур. Тоже Славянск, это его брат выступал. Вот. Тут тоже была своеобразная борьба, но тем не менее первое место занял под номером 70, это Ляшенко Тимур со Славянска. Второе место занял его брат Ляшенко Артур под номером 2. И третье место занял Ковтун Григорий, это с Днепропетровска. Ну, Днепр, как теперь мы привыкли говорить. Скільки років вони ще можуть виступати в цьому класі? Вони вже до 12 лет виступають, і з 12 лет вони можуть з 13-14 переходити вже в будь-який клас. Тобто Федерація мотоспорту України вирішила, що достатньо чоловік, якщо виступає і має определений опит і навики в їзді, то він вже може виступати навіть в класі МХ-2. Головне, щоб був мотоцикл. Да, или же 80. Почему же я же говорю, что денег иногда не хватает, поэтому иногда мальчик просто с класса 80 переходит в МХ-2. И вот мы видим, начался второй заезд класса 85 и женщины. То есть лидерство, как всегда в этом классе, взял на себя Неруш Семен Днепропетровска. Но я же говорю, что он очень сильный гонщик, потому что человек, выступающий и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира, конечно, у него очень большой колоссальный опыт. И есть чему поучиться. Поэтому... А Сергей Дубовый склав ему конкуренцию? Сергей Дубовый более слабее. Он занимается буквально у нас, чтобы так быть точным, где-то с 2011 года пришел. Он ехал в 65. Ну, тобто все ще попереду. Да. Ну, тем не менее, он как-то смог все-таки накататься, показывать это. На других чемпионатах он, в принципе, неплохое показывает результат. Ну, а мы всех ждем. Я надеюсь, что в сентябре будет более гонка многолюдная, потому что все кто-то с отпусков приедет, кто-то там после... Ну, все дети как бы приходят к учебе. Ну, а соответственно, и в регионах у нас становится людей больше, потому что все-таки люди разъехались. Давайте поговорим про наших девчат. Как девчата, вот, на примере Валерии, Марии, выбирают мотокросс? Ну, это уже дело призвания. У нас было девочек побольше. Вот в СТК «Слобожанщина» тоже там Лерочка ездила. У меня Полина ездила, ну, Беличенко. Ну, я думаю, они вернутся обязательно, потому что, опять-таки, все упирается в финансы. Да, в работу Лера не приехала, потому что работа была, не могла приехать.
так не получилось у него. С работой все связано. Не столько финансово, сколько... А ті дівчата, які виступали, наприклад, Валерія Піскунова і Марія Хлистюк, які вони на цей час показують результати, свою майстерність? Вони неплохі. Валерія взагалі дуже сильна гонщиця. Тобто, вона їздить по всім чемпіонатам, на чемпіонати України. У Марії не завжди виходить поїхати на якісь чемпіонати України. Тобто, опять-таки, це тільки з фінансами зв'язано. Але, тим не менше, дівчинки красиві, найкращі, що ще можна сказати, ще й займаються мотоспортом. Так, дійсно, ми підмітили, що дві дівчини дуже вродливі на цих змаганнях були. І в нас, і можна сказати, що перше місце посіла Валерія Піскунова. Да, второе Марія Хлистюк, ну і, звісно, Неруш був першим, Семен і Дубовий Сергій був вторим. Все получили свои призы, так сказать, от спонсоров соревнований. А це ми бачимо підготовку. Второй заезд уже класса ЧЗ и ИШ. Да. Они ездили в общем заезде, но зачет был разделен. Микола, расскажите, вот вы наиболее до нас. Второй заезд как бы для меня, Игорь, как сказал, говорит, говорит, и мы бачим, что вы первый. Да, да. Первый и во втором заезде выиграл старт. Ехал три круга первым. Но как бы здоровье подвело. Я думаю, только здоровье. И ошибку сделал. Попал на нейтральную передачу. Игорь объехал меня. Ну да, уже такого... Для того, чтобы реваншувати, у вас есть наступні змагання. Да. Тим цікавіше для вас буде. Я думаю, что Игорь на следующем этапе уже в ЧЗ-тах не поедет, потому что Игорь ездит в основном в классе ветеранов или МХ-2. Здесь бы ему составили в МХ-1 и в МХ-2 большую конкуренцию. И думал, Игорь тоже... Возраст, да, свое вот возраст свое берет и у Игоря. Я так думаю, что он просто выехал, скажем так, полегче выбрал класс, скажем так. Як, чи головне от на старті вийти на перше місце? Это не главное, но тем не менее это очень большой дает фору. То есть человек, который выехал, удачно стартовал, вот достаточно большого... Вот мы видим, Дима борется с Сашей Шевцовым. Саша Шевцов долго не ездил, вот до сих пор я не может обогнать. Вот мы даже с Игорем там на трамплине рулями сцепились немножко. Ну, начали аккуратно. Справжня боротьба була. Боротьба була, я ж повторюсь, то, що не дорозказав. Тобто старт не є головне, але тим не менше, от два одинакових, так сказати, спортсмена виїжджають з великим опитом їзди, їм тяжело потім, якщо хтось вирвався вперед, время то ограничено, все-таки 10 минут і всього плюс 2 круга, який їде спортсмен, він за цей момент наїжджає 9-10 кругов по этой трассе, это борьба. Если человек вырвался вперед, его, конечно, потом очень тяжело догнать. Але першому також складно їхати, відповідальність і емоційно також поняття є, як говорить, сидить на хвосте у тебя соперник. Стучит колесо заднее, да, то нервы очень, тоже, да. Да, он может делать ошибки, он может тоже поскользнуться. Тоже лидерство очень тяжело удержать. І можемо вже сказати, хто став призерами цих заїздів об'єднаних. Ігор Сова під номером 21 став першим в класі ЧЗ. Під номером 461 Ситников Николай став. І третім став Котельников Юрій під номером 4. Це також Слобожанщина. Да, Слобожанщина. А в Ижах первое место занял Михаил Леечка, Артем, это СТК Лозовая. Вторым стал Самойлов Сергей, это MX School Харьков. И третьим стал Головаш Сергей. Так это тоже представник Лозовой. То есть было очень. Да, развивает класс ИЖИ. Саша Краснорудский развивает ИЖИ в этом, как в городе Лозовой, и пытаемся... Ну и вот на старт уже вышли гонщики класса Open. То есть мы видим вот на первом плане Мирошниченко Дениса, это представитель Бессон Рейсинг, город Харьков. Он и лидером как бы является.
возьмет Данстар. И я напомню, что под номером 5 это Гук Сергей Кременное выступал. Номер 13 Яковчук Александр Харьков. Номер 135 Чичкан Сергей Харьков МХ Скул. Под номером 77 Чаплыгин Руслан Харьков. Под номером 9 Пилецкий Денис, выступавший за Красноград, но он с Полтавы. 748 Семенихин Вадим, Красноград. Под номером 22 Зубенко Евгений, Красноград. Под номером 7 Грущенко Андрей, Запорожье. Под номером 71 Анисимов Александр, МХСКУ, Харьков. Под номером 31 Мирошниченко Денис, Харьков, Бессон Рейсинг. И под номером 83 Оскольский Сергей. Микола, питання до вас. Як би ви охарактеризували трасу, наприклад, по 5-бальній шкалі, за складністю? Ну, траса була дуже коварна, скользка, це раз, те, що ми перед цим говорили. І, як би, ну, вона підходила більше суперкросу. Тобто суперкрос – це, скажімо, ну, так, трасса имеет протяженность 1400 метров, конечно, да, коротковатая. Коротковатая, да. И получается суперкросс, нельзя сделать ни одной ошибки. То есть нельзя ни упасть, ни прилечь, сразу тебя гонят. И скажем, ты, вот это, как вы правильно говорите, сбьется дыхание и тяжело догонять спортсменам. Тем более пыль и температурные условия большие. Как бы для всех тяжело, очень тяжело. Є на трасі участки, де можна прискоритись? Звісно, є от, наприклад, ми бачимо трамплін, да, от ми бачимо, наскільки ширина траси і длина, то есть є можливість. Трасу розширили по сравнению з тим водом дуже. І от хто вибирає малий радіус, хто вибирає великий радіус. Ну, і повний газ. Да, і повний газ, да. Да. Ну і хочеться сказати, що перше місце в даному класі занял под номером 9 это Пилецкий Денис с Полтавы. Под вторым пришел под номером 31 это Мирошниченко Денис Харьков Бессон Рейсинг. И третьим у нас был Чаплыгин Руслан Харьков МХ Скул. То есть борьба была очень жесткая. Жалко, что там немножко такая вот борьба была. И погодные условия все-таки мы вот видим уже под конец дня, это все-таки пыли стало больше, трассу разъездили, она, конечно, вон, но мы видим ширину, какую вообще спортсмены накатали, вот, и это, конечно, хотелось бы, чтобы она была зеленая, травой засажена, но так не бывает. Ну и вот закончился заезд класса опыт, и сейчас будет класс МХ-2. 748 номер, по-моему, тут на опережение сыграл сейчас. И в классе МХ-2 под номером 76 выступает Базаджиев Сергей Харьков МХ-Скул. Под номером 17 Ефремян Руслан из ТК Слобожанщина Харькова. Под номером 195 Королев Александр из ТК Слобожанщина. Под номером 13 Яковчук Александр Харьков из ТК Слобожанщина. То есть ладно, 811 Краснорудский Данил СТК Лозовая, под номером 641 Неруш Семен Днепр. А, он не участвовал, он в классе 85 поставил, извиняюсь. Под номером 50 Пескунов Александр, Техноспорт, Красноград. Под номером 11 Морозов Сергей, Славянск. Вот под номером 511 Самойлов Сергей, город Харьков. И под номером 3 Бессонов Андрей. Харьков. Ты став лидером. Да. Смотрим, вот смотрим борьба во втором заезде. Руслан Ефремян очень сильно подъехал под Андрея. И, естественно, Руслан Ефремян ездил до этого на четырехтактном мотоцикле на КТМ. Пересел в класс 125. Получилось так, что сел на низшую кубатуру. То есть не встиг привыкнуть, да, до мотоцикла? Привыкнуть, да, к двухтактному мотоциклу. Как бы очень тяжело. Ну, его тут законное, да, было бы второе, конечно, да, место, но он все-таки боролся за первое, поэтому получилось падение, и всего лишь только был четвертым. Четвертое место, да, был за Александром Королевым. Хотя мог показать хороший, да, немножко результат. Вот ошибка Руслана немного,
отпустить нужно было, я так предполагаю, что Андрея. И как бы получилось бы не очікувати на помилку. Да, второе место. То есть, грубо говоря, можно было в этом же классе ехал Долгих Данил, да. Харьков, то есть очень сильный. Это тоже школа, сильный, да, сильные спортсмены. Под номером 878, то есть он и стал вторым тут это. Он ездил раньше в классе 85 это. Итак, первое место занял Бессонов Андрей, Харьков. Второе место под номером 878 занял Данила Долгих. И третьим был Королев Александр, СТК Слобожанщина, город Харьков. Вот хорошо показано здесь Лозовая тоже. Хорошо, молодой парень, перспективный. Хорошо едет, натренированный тоже. Краснорудский, Саша его тренирует, это его сын, Данила тоже. Ну, он и по юношам, да, очень по юношам ездил. Сильно ехал, и они сейчас накатываются потихоньку. И вот готовится к старту класс экипаж. Останній заїзд, другий етап. Я скажу, що численність екіпажей більше, ніж на Україні. Численність екіпажей зібралась більше настільки. А з чим це пов'язано? Ну, ні, в Україні зараз діляться не там федерація, є асоціація, да, і тому у них це. А здесь, спасибо, здесь никто не делится, здесь приехали все. Бедный наш оператор, да. Александр Лагутин. Здесь никто не делится, здесь приехали люди. Вперед вырвались опять киевский экипаж, они и стали чемпионами, естественно. Это Горбатенко Петр и Василяк и Роман. Вторым очень сильная борьба, и он ехал самый лучший, это Шафер Валерий и Шафер Вадим, это представители Валов. Следующий этап как раз пройдет в Валках, то есть в городе Валки Харьковской области. И мы, я думаю, обязательно встретимся. Нагадай это даты. Обязательно. Это будет 3 или 4 сентября. То есть мы записали в календарный план Украины свои чемпионаты, чтобы они не пересекались с другими соревнованиями. И мы думаем, что все именно так и пройдет. И третье место вы не сказали. Я напомню еще раз, что под номером 77 Горбатенко Петя и Василяк и Роман, это представители города Киева, они стали первыми. Под номером 73 Шафер Валерий и Шафер Вадим стали вторыми, это город Валки Харьковской области. И под третьим стал Кисиль Александр, Кисиль Александр это из Днепропетровска. Представитель. Так, вот тут був и класс, да, с повітряним охолодженням. Да, в первое место занял Калюжный Сергей и Копка Олег, это с Кременчуга. И вторыми в классе экипаж с воздушным охлаждением это был Мазий Александр и Красовский Сергей. Это Техноспорт, город Красноград. По завершенню заїздів ми змогли записати декілька інтерв'ю з переможцями у класах різних. А поки що ми дивимося за тим, як проходить останній заїзд турніру. Зараз закінчується вже этот. Ми вже бачимо, наскільки боротьба йшла. От 77-й номер вже круг везе следующему екіпажу. І от вже гонщики поїхали на последний круг. Ми на деяких кадрах бачимо, що просто стіна пилу. Що гонщик при цьому бачить? Ну от скільки він бачить. На відчуття їде? По шлемам, по мотоциклам, по ограниченням. Да, це дуже складно, коли пиль. От закінчує київляни свій заїзд. Вони стали першими. Да. Я ще раз хочу напомнити. Ну, соревнования, в общем, прошли очень интересно. Я всегда говорю, так вот столько экипажей к нам приехало, опять-таки столько деточек приехало. Это не всегда получается на чемпионате Украины. А у нас это одно из показательных и хороших соревнований было. А зараз мы почуем интервью переможців. Александр Сучков. Трассу немного изменили, она стала интересней. Несколько новых элементов добавили. И пыли так особо много не было. Молодцы, там полили во время перерыва. Хорошо. Так что организация в этом году, как обычно, на высоком уровне. Кубки красивые, смотрю, купили.
Расскажите, по трассе вы сразу лидировали? Кто ваши главные были соперники? Ну, в первом заезде я выиграл старт, но ошибся в первом же повороте. Меня обогнал Руслан Ефремян. Потом через круг я его обошел и так лидировал до финиша. А во втором заезде я со старта выиграл и так и ехал весь заезд. Решила заниматься, потому что папа в молодости занимался мотокроссом. И вот сейчас он купил мотоцикл брату младшему и начал завлекать и брата, и меня. И вот мы уже 4 года так занимаемся. Чем нравится мотокросс? Ну, скорость, адреналин, ощущения на старте, на финише, когда приезжаешь первое. А бывает страшно? Да, бывает. Как и в каких моментах, и как преодолеваете страх? Ну, когда летишь, когда падаешь, тогда и страшно. Какие есть уже успехи и какие планы на будущее? Ну, в прошлом году заняла 2-е место в чемпионате Харьковской области по мотокроссу, а в этом году планирую занять 1-е место. Гонка была несложная, я от всех оторвался и поехал. Сложно, вообще ничего не было. Один раз чуть не врезали с одним этим мальчиком, он меня хотел зарезать, но я отъехал и обогнал его. Расскажи о своем мотоцикле. У меня мотоцикл 65 кубических сантиметров. Он недавно купили, он новым, этот, хороший. Ну. Во время гонок не подводил еще? Нет. Все хорошо, да? Да. Трасса тебе, для тебя сложная это или нормально? Эта трасса не сложная. Мне понравился на трассе один трамплин там есть, разрывной. Какие же успехи есть в мотокроссе, какие планы? Ну... Где побеждал? Я побеждал на чемпионатах Украины, но я много ездил по гонкам, везде побеждал. Мне дуже сподобалась трасса, была, ну, скажу, що главне. Легко переміг своїх суперників? Не дуже. Чому? Мене дуже тягло. Тягло. Чим тобі подобається мотокрос? Ну, я побачив і захотів, і мені дуже сподобалось. Скільки ти вже займаєшся, які є перемоги? Я займаюсь рік. У мене дуже багато перемог. І перші місця є, так? Да. Крім цього. Які плани на майбутнє? Чого хочеш досягнути в мотокросі? Стати чемпіоном міра. Ось такі мрії у юних гонщиків наших. А я напомню, що в класі 50 перше місце зайняв Сітан Даніл Рамний, друге місце Гуменюк Ліза Лозовая, третє місце Кахтенко Максим Красноград. В класі 65 перше місце зайняв Ляшко Тимур Славянск, друге місце Ляшенко Артур Славянск, третє місце Ковтун Григорій з Дніпра. Зараз ми бачимо їх на екрані. Да. Класс 85 первое место занял Нерыш Семен Днепр. Второе место занял Дубовой Сергей Старобельск. В классе женщины первое место заняла Пескунова Валерия Красноград. Второе место Хлыстюк Мария Мыкскул Харьков. В классе ЧЗ. Ну, сейчас девочек награждают Марию и Валерию. Наших красу. Да. Действительно. Вот. Класс же. Класс Ижей награждается. Это первое место Михай Лечко и Артем Лозовая. Второе место Самойлов Сергей, город Харьков, МСКУЛ. Третье место Головаш Лозовая. ЧЗ. В классе ЧЗ первое место занял Сова Игорь, Техноспорт, Красноград. Второе место Сытников Николай, Слобожанщина, Харьков. Третье место Котельников Юрий, Слобожанщина, СТК Харьков. Вот мы их видим на экранах. Счастливых. Далее. Класс Open. Первое место занял Пелецкий Денис, это с Полтавы представитель. Второе место Мирошниченко Денис Харьков, Бессон Рейсинг. И третье место Черплыгин Руслан, МХ-Скул Харьков. МХ-2. А в классе МХ-2 первое место занял Бессонов Андрей Харьков. Второе место Долгих Данила Техноспорт Красноград. И третье место Пироль Александр СТК Слобожанщина. И сейчас мы видим награждение экипажа. Первое место Горбатенко Петр, Василяк и Роман Киев. Второе место Шафер Валерий, Шафер Вадим Валки. Третье место Кисиль Александр Днепр. И в классе экипаж воздушное охлаждение, они все вместе. Это первое место
Калюжный Сергей и Копка Олег Кременчук. Под номером 37 они ездили. И второе место Мазей Александр и Красовский Сергей, техноспорт Красноград. Зараз мы бачимо, да. Их нагороджують. Ну вот, и как раз молодое поколение у Сережки растет. Что ж, змагання завершено. Наша програма також завершена. Дякую за коментар. Я нагадаю, що для вас коментували відповідальний секретар Харківської обласної федерації мотоциклетного спорту Олександр Шабалін, президент спортивного технічного клубу «Слобожанщина» Микола Ситніков, я, Микола Нестеренко, оператор Олександр Лагутін та режисер Олена Роздовська. До побачення.